Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Эх, ну наконец-то в нашей больнице все спокойно. Пока никто не вызвал скорую помощь, нужно проверить техническое состояние нашей служебной машины. Эх, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Как же ты туда залез? Сейчас я тебе достану, не переживай. Пашка, зачем ты туда полез? Смотри аккуратно, крыша скользкая и можно упасть. Не бойся, мама, я не упаду. Цып-цып-цып-цып-цып. Эх, почти добрался. Вот моя рука, сейчас я тебя схвачу и опущу вниз. Эх. Я падаю. Пашенька! Ой, как все болит! Наверное, я сломал ногу! Эх, сынок, я же тебе говорила, не лазить на эту крышу! Нужно срочно вызвать скорую помощь! Алло, скорая помощь! Скорее приезжайте! Мой сын упал с крыши и, наверное, сломал себе ногу! Скорая помощь на связи. Мадам, вы не переживайте, мы скоро вам поможем. Наша машина уже выезжает. Внимание! Всем автомобилям немедленно пропустите бригаду скорой помощи! Ой, что это сыпется? Наверное, лавина песка сошла с гор. Что же делать? Эх, неужели я так сильно застрял? Никак не получается выехать из этого песка. Вот бы кто-нибудь помог. Давай, выезжай! Мне нужно срочно к пациенту! Ну, выезжай же! Эх, ну что же мне делать? Как мне отсюда выехать? Совсем застряла моя машина! Здравствуйте, доктор! Я смотрю, у вас проблемы. Что случилось? Давайте я помогу и вытащу вашу машину.
Ох, дружище, как же ты вовремя! Я спешу на вызов, парнишка упал с крыши, и ему нужна помощь, а я застрял и никак не могу выехать. Без проблем, доктор, сейчас все будет сделано, садитесь в свою машину. Давайте, газу, газу, сейчас вытащим! Ох, спасибо тебе, добрый человек! Что бы я без тебя делал? Да и мальчика быстрее спасать надо! Да не за что, доктор! Всегда рад помочь в беде! Езжайте скорее! Здравствуйте! Ох, еле к вам добрался! Так-так, посмотрим. Здесь болит, а здесь. Все понятно. У тебя закрытый перелом. Придется доставить тебя в больницу. Не переживай, парнишка, с тобой все будет в порядке. Большое вам спасибо, доктор. Теперь мы точно знаем, что с Пашей все будет хорошо. И вы его вылечите. Запомните, друзья! Детям по крышам лазить очень опасно, а машинам скорой помощи всегда нужно уступать дорогу,